В Египте фараон в снах разобрался. Еврея в тюрьме сидящий разгадал. Таких Иосифов пересчитать по пальцам. Хотя по камерам еврейщиков завал. Все так же жрут пузатые коровы, тростник валюту, тощих не боятся. И не насытится никак жидовство прорва, трудяги нищие у кровопийц их яства. И президент спокойно почивает в чужой гробнице, как медведь в берлоге. Сны не тревожат, их блюдет Чапаев, канонизирует их жирные утробы. На снах кошмарных зиждется страна, болотная химера у штурвала. На два колена призваны хромать, разбой элита всех обворовала. Кошмарные жидовские законы, грабительские беды перестройки. Семь полноту в свой банк шутя загонят. Попробуй-ка скажи о том и тронь их. Такой галдеж, мычание дикой прессы, такие вылупятся острые рога. Об экстремизме суд лютуя треснет, но это все до времени, пока. Потребуется ли когда Иосиф, спасенный виночерпий, все забыл? Никто за хлебодара не попросит, но ржут придворные среди телок и кобыл. Демографическая бойня, катастрофа, всех тощих тучные сжирают натощак. Бесплодная Рахиль, родится ли Иосиф? Аборт, если в египетском плену молчат. Сны превратились из кошмара в явь, страну сжирают жирные коровы. Дай фарисеям, Господи, понять, не обойтись иначе малой кровью. 15 января 2008 года.